что мои уехали. Я в пижаме. Из-за этого я в пижаме, не мытая, не чесанная, ничего остального, потому что я не хочу сегодня, не хочу. Я себя люблю, какая есть, накрашена, не накрашена, любая. Вот, мои уехали на делать магазины, потому что Рафаэль нужна вот такая вот здесь защита, защищать здесь шейку. И мне надо было, чтобы они меня оставили работать спокойно, потому что я хочу сегодня закончить платье. Я шью платье, видите, красное мое платьишко. Я шью себе платье до 19:00 должна закончить. На сегодня русский Новый год. И я надеюсь, что я его закончу. Вот, я сейчас обрабатываю все края. Вон на платьишке, не знаю, видно или нет. Вот, так как дети, когда дома, я не могу заниматься. Не то, что это они мне мешают, они мне не мешают, а из-за того, что я не могу бросить детей заниматься своим делом. Такой вот у меня характер. Из-за этого я попросила Арно просто-напросто уехать из дома с детьми. Как раз им нужно было, как-то, в магазин ехать. Он мне сначала приготовил обед и потом поехал с детьми. Вот, а я заканчивать буду обрабатывать края и шить. Я надеюсь, что я все-таки закончу сегодня платье. Платье быстро, по идее, должна быстро закончить. Аккуратно, так носы можно набить. Мой дыровочка. Ой, ты мой котеночек. Qu'est-ce qu'il a pour être comme ça? Elle est claquée. Ah oui. Алис, не лази в мои сумки. О. Смотри, Дед Мороз идет, Рафоль. Дед Мороз! Дед Мороз! Маме на ручки сядет. Подожди. Красота!
А спасибо сказали? Рафик. Алиса, оставь Рафаэлю место, пожалуйста. Я все между. Открывай, открывай. Рафаэль, мне очень плохо себя чувствовал. Из-за этого мальчишки уехали пораньше. Мы с Алисенком остались чуть-чуть подольше и потом приехали домой. Вот. Конечно, праздник был неплохой, интересный. Вот, я покажу вам платье, которое я себе шила. Я довольная. Вчера я до 2 ночи кроила, и сегодня с 10 утра до 6 вечера я его шила. Вот, так что я довольна и счастлива. Все, я буду укладываться, я очень устала, а Рафаэлю вообще никакой. Алиса тоже у нас уставшая. Я тоже жутко уставшая. Завтра мы отвозим детей к дедушке с бабушкой французской на 4 дня. И у нас будет, как говорится, такой, можно сказать, отдых без детей. Все, я всех целую, всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока.